Латте – это горячий напиток с большим количеством молока, по вкусу в него добавляют специи, взбитые сливки и сироп. Рецепт стал классикой. А что, если кое-что в нем переделать? Получилось интересно. Данную вариацию уже нельзя назвать итальянской, благодаря большому количеству специй и главному ингредиенту этот рецепт стал любим по всему миру. Лично я обожаю такие яркие вкусы в теплых напитках, хочется выпить сразу несколько чашечек. Список ингредиентов в конце видео. 1. Вначале сделайте концентрат, в небольшой кастрюле или сотейнике доведите до кипения воду со всеми специями и сахаром. 2. Затем добавьте в жидкость чай и ванильный экстракт, оставьте все настаиваться без огня 10 минут. 3. Далее концентрат проведите через фильтр. 4. Теперь смесь молока и сахара нагрейте на огне до появления легких пузырьков. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. После этого четверть концентрата соедините с молочной смесью в блендере. 6. Подавайте чай латте с куркумой и корицей, приятной дегустации. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Вода 540 мл, кокосовое молоко 180 мл, кокосовый или коричневый сахар 240 грамм, 90 грамм, в концентрат 150 грамм, в латте, черный чай, пакетик, 4 штуки, корица молотая, 2 чайных ложки, куркума 1,7 чайных ложки, 1,5, в концентрат, щепотка, в латте, ванильный экстракт, 1 чайная ложка, имбирь молотый, 1 чайная ложка, кардамон молотый, 1 чайная ложка, гвоздика молотая, 0,25 чайных ложки, кориандр молотый, 1 щепотка, черный молотый перец, 1 щепотка, количество порций, 8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем добра, заходите еще.